Меры по повышению качества управления госимуществом и подготовку к рабочему визиту в Дагестан министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Эти темы обсуждались на рабочем совещании под руководством в Рио главы республики Владимира Васильева. В отчетном докладе Екатерина Толстикова подвергла жесткой критике работу подведомственного ей министерства. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих выпусках.